Сегодня в сборке красивейший велосипед Stealth Miss 61 2.0. Клиенты его нашли в интернете, в интернет-магазине с очень хорошей скидкой. Сейчас, видимо, какие-то распродаются складские остатки за 23 тысячи. Представляете, это дешевле, чем даже в опте. В чем здесь фишка? Во-первых, здесь колеса на промподшипниках. Во-вторых, здесь сзади кассета. Дисковые тормоза, алюминиевая рама. Рама удобная, то есть нету вот здесь вот такой стрёмненькой перемычки, как бывает на миссах. И велосипед очень легкий. Ну реально, он очень легкий, то есть он явно меньше 14 килограмм весит, как мне кажется. Ручки новые, модные, у них видно индикацию вот здесь вот. То есть вы когда сидите, для начинающих, особенно для девочек, это важно смотреть на циферки. Ростовка рамы, к сожалению, 19-я. А клиент у нас очень маленький, я не знаю, как он залезет на эту раму. То есть когда они покупали, они, к сожалению, не знали, что бывают разные ростовки велосипедов. Поэтому вот взяли такой большой велосипед. Но на крайний случай, во-первых, можно всегда укоротить вынос. Во-вторых, можно руль поставить назад. Я так делаю. К сожалению, я так делаю. То есть есть люди, которые у меня катаются с рулем, поставленным сзади выноса, как на круизере. Сиденье. То есть сиденье можно вот в этих рельсах двигать вперед-назад, и можно наклон сиденья регулировать. Чисто теоретически можно даже замком вперед повернуть, хотя это неправильно, но будет девочка очень маленькая, очень легкая, поэтому проблем никаких. Дисковые тормоза настраиваются нормально, все адекватно. Единственное, что были кривые роторы, задняя втулка закусывала на промах. На промах, но закусывал, то есть приходилось ослаблять. Хороший задний переключатель. Передний переключатель, как обычно, ни о чем. Он всего на одной оси, и она быстро начнет люфтить. Но опять же, девочка будет кататься только на второй звезде, и пользоваться, скорее всего, не будет этим переключателем. Дополнительно покупались вот такие вот крылья. Крылья, как вы видите, смысла от них никакого. Во-первых, они кривые, они вот так вот болтаются. То есть, если берете крылья, берите полноразмерные крылья. Резина неплохая. Как бы для ребенка, для подростка, для девушки. Самое то вот такая мягкая резина. Вот, руль мы поставили, видите, максимально назад. Загнули, чтобы было удобней. Наклон руля тоже можно вот в этой плоскости регулировать. Здесь винты ослаблять и регулировать как угодно удобно. Ну и, конечно, видите, как мы развели рубашки и тросики. То есть у нас абраму, они практически нигде не цепляются. То есть можно вот здесь вот подклеить прозрачный скотч, тогда рама не будет царапаться. Изначально с завода они идут, увидите, вообще так вот стрёмно и царапают раму. Вот, велосипед хороший, прикольный. И самое главное, прям вот бюджет отличный у него был. И смотрится красиво. Единственное, что сейчас седло очень высоко поднято, потому что он на стенде висел. А когда седло будет в нижнем положении, будет смотреться вообще огонь. Так что имейте в виду, вот очень хорошая модель Stealth 61 2.0. Но нужно обязательно протягивать втулки, особенно заднюю. И вот с роторами, с тормозными дисками надо что-то там настраивать. Потому что не всегда они будут идеальны у вас с магазина.